Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как настроить звук, то есть как настроить эквалайзер на колонке Beosound Export через приложение. Итак, для этого в первую очередь мы должны зарегистрироваться в приложении и подключить колонку через именно приложение, то есть это делается отдельно. Если вы не знаете, как это делать, у нас есть видео об этом на канале. Итак, чтобы ее настроить, мы должны нажать на саму колонку, перейти в ее настройки. Здесь у нас есть вот такая вот панелька со звуковыми режимами, на которой мы можем выбрать готовые пресеты. Вот они, 4 штуки. Это оптимальный, который у нас стандартный, стоит по дефолту. Фаворит, speech и party. Все эти настройки безусловно влияет на звук, но, честно говоря, я прям сильной разницы не заметил, только вот партия, он очень сильно как бы ушел в низкие частоты, в принципе, что и логично. Я думаю, у всех ассоциации с вечеринкой это такой типа низкий звук, притом из-за стены еще и вдобавок. Но мы можем эти звуковые режимы настроить, нажав вот сюда, мы можем переместить их местами. Оптимальный он у нас всегда есть, он у нас стандартный, он у нас... То есть, можно сказать, как вариант сбросить все настройки, только это у нас готовый пресет. Вот эти вот варианты мы можем просто передвигать и поставить так, каким мы, например, постоянно пользуемся, например, party, и favorite можем оставить прямо здесь. Окей, теперь мы можем вернуться и добавить свой режим, который у нас вот здесь. Нажимаем на него и можем выставить свои настройки. То есть, советую вам включить музыку и поэкспериментировать, как вы хотите это все изменить. То есть, есть теплый, энергичный, яркий или же спокойный режим. И также здесь у нас такие надписи, отмеченные высшие низкие частоты, низшие высокие частоты, низшие низкие частоты и высшие высокие частоты. То есть в зависимости от того, в какую сторону вы двигаете вот этот ползунок, у вас происходит настройка. И далее вы можете, например, выставить вот такие вот теплые настройки с большим количеством низких частот и нажать «Сохранить как новое». Дать название, например, для вашего жанра музыки, например, для меня это больше подходит для, давайте, допустим, для рога какого-нибудь. И нажимаем «Сохранить». И видим, что у нас здесь появился новый пресет. Теперь мы можем его выбрать среди остальных, в принципе, то других пресетов, можем выбрать и его. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего!